Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жек, и добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Троллинг прятки». Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки под нашими предыдущими сериями троллинга прятки. Только благодаря вам мы снимаем эту рубрику. А еще у нас с Эдисон что? Челлендж, как обычно, челлендж. И в чем будет заключаться суть этого челленджа? Мы с Евгением на наших клавиатурах поменяем полностью все наше управление. То есть, если у вас на клавиатуре W это идти вперед, то у нас это будет направо, направо это будет назад и бла-бла-бла и так далее. Все будет сложно, сложно все. Да, и ты понимаешь, вот я вот нажму на пробел, я прыгаю, да, а мы нажмем на пробел и мы будем в бок куда-то идти, прикинь. Вот именно, ребят, это будет очень сложно, поэтому это мне уже не терпится посыл. Это моя карта! Да, пошел, всё. Давай. Вали отсюда. Я, честно вам скажу, я не знаю, что это за карта. Я хотел построить Санкт-Петербург в начале, то, что тут всегда дожди, везде вода, везде что-то непонятное, но у меня не получилось. Я просто построил какой-то странный, мать его, город, где происходят какие-то странные вещи, потому что я сам не знаю. Хоть я создатель этой карты, но я сам не понимаю, что тут происходит. Поэтому не будем углубляться в сюжет этой карты, просто позовем Евгения, чтобы он тут смог меня найти. Где я спрячусь, я, конечно же, вам не скажу, потому что это будет небольшой секретик, да. И чтобы сохранить интрижку. А перед этим, ребят, как обычно, в первую очередь, перед лайками даже обязательно подпишись на канал. Кто всегда думал, а я не подписан, я потом подпишусь как-то позже. Нет, прямо сейчас. Подпишись и клацни на колокольчик, чтобы всегда получать уведомления, когда у меня выходит новый видос из стрима. И лайк, конечно! 15 лайков, сразу выйдет новая серия. А мы... Погнали, Евгению. Пройдем его карту и потом вернемся на мою. Все будет изи у него на карте, я предполагаю. Потому что у него там какие-то коробки непонятные. В общем, пошли. Ну что, Эдисон, проходи на мою карту, проходи, я тебя уже жду. Подожди! Давай расскажи, как это? Короче, ребята, у нас полностью все клавиатура. Я даже не знаю, как это объяснить, потому что это жопа. Я нажимаю вперед, а у меня shift. Я нажимаю S, а у меня прыгает. Нажимаю space, у меня назад. Нажимаю shift, у меня вперед. Так! Мы, короче, полностью поменяли управление. Не просто, что вперед, а то назад, а и так далее. Подожди, так, да, надо разобраться. Нашел вообще на мою карту, где? Да я даже зайти не могу, подожди! А, надо ждать. Подожди, S. Я подожду, Эдисон. Так. Давай. Я вижу какой-то сундучок, мне надо этот сундук брать. А, нет, тут ничего. Нет, это для меня. Подожди, а назад у нас... А, назад у нас space, хорошо, я открываю. Shift это у нас... Идет, забирай. Так, дайте я тут... Я поставлю тут спаунпоинт. Все, да, было нормально. Смотри, короче, ты попал на свой день рождения. Помнишь, мы ходили в бильярд, играли, там еще боулинг был. Да, и, да, я все помню, я все помню. 3 мы ходили. Да. Вот, ну это, короче, твоя днюха. А это что, это что, это сейчас? Это вот, знаешь, холл, где мы еще заказывали в бильярд играть. А, так понятно, а вот это бильярд, да? Это видимо, это был бильярд. Подожди. Ага, все. Так, ага, это мы тут играем, мы тут играем, да, в бильярдный, Так, бильярдный, так, нет. Ой, это... Мелбиль, да, это не ты. Хорошо, а вот тут, где индейка бегает, это кто такой? Индейка? Я не знаю, где ты там ходишь вообще на самом деле? В смысле, вот индейка бегает. Мне так сложно по этим камерам переключаться, ты б знал. Так, ух ты, а, это боулинг, да? Эдисон, это боулинг. Смотри, видишь, там вместо кеглей... Ну, как бы кегли, это кегли, это кегли. А, это кегли. И у тебя есть шарики, которыми нужно эти кегли сдевать. Ага. Кстати, у тебя должен быть геймод 2. Я вот что забыл. А, геймод 2, да? Ну, хорошо, я... А, ну давай, молодец. Так. А, вот тебе нужно... О, ну ты молодец, ну ты как... нет! Не надо меня... Чё это за как? Это просто кегля полетела. Чё за месть? Так, паскуда. Ну, это не ты, это не ты. Не может забраться обратно, на самом деле. Хорошо. Да, или так, что стрелять. Опа, нет, так, подожди, я тут постою, не надо. Хорошо, прикольно. Так, хорошо. Я еще раз туда пойду, мне там надо забить вот этих всех остальных, которые там остались. Сейчас я всем отомщу. Всем отомщу. А, они возвращаются. Да! Так, хорошо. Не бейте меня, я просто валю отсюда. Тут никого нету, Евгений, ты меня обманул. Ты меня обманул. Пока. Так, пока. В смысле пока? Не, они за мной не бежат, все нормально. Эйсон, я тебе дам подсказку. В одной из картин в главной комнате есть скрытый проход. Есть проход, да?
Так, да. Хорошо, сейчас мы посмотрим на твой проход, где тут проход. Если бы я еще прыгать мог... А, все, могу. Так, спейс это назад. А, хорошо. Я привыкну, я привыкну. Сейчас все будет, Евгений, не переживай. Проход горишь, да? Да. Ах, ты ж... Так нельзя! А, подожди. Да я случайно нажимаю на спейс, чтобы прыгнуть, я иду назад. Прикольно. Так, о, опа. Опа, опа. Так, подожди. Что тут? А, это что за заведение? Ты мне можешь объяснить? Даже не знаю. Я даже не могу на тебя посмотреть, поэтому как бы... А, я вообще никого бить тут даже не могу. А чё я бить не могу? У меня такой вопрос. А где ты вообще? Да я тут в стене где-то, что-то непонятное. А ты можешь включить свой никнейм, я не знаю, там, чтобы я увидел хотя бы? Никнейм, шо, включил. Вот, видишь? Я никого бить не могу, Евгений, вот в чем проблема. Да, ну значит там я нету, значит там я нету. Тут есть какие-то у нас скрытые... Да не, мне кажется, не... Если там ничего нет, то... Ничего нет, хорошо, хорошо, я уходил. А тут есть еще какие-то проходы? Ты мне нормально скажи. Да не, не, нету. Так, хорошо. Тут меня обманывает. Яйца всякие. Наставили тут яйца свои, так. Короче, смотри, я тебе дам подсказочку небольшую. Это будет сложно, но зайди в комнату с бильярдами. Комнату с бильярдами, да? Так. Да, с бильярдами. С бильярдами. Да, я думал, я смогу убежать, но я не смог убежать. Ты зашел, в принципе, так хорошо. Да. Вот смотри. Вот, сейчас будет очень сложно. В одной из картин есть секретный проход. Я уже заметил. Что там? Смысле? Так нельзя! Смысле нельзя? Я уже привык, как бы, я уже тут... А как ты понял, что там есть секретный проход? Да потому что я его увидел, ну чё? Как? Ну, в смысле, увидел его? Как я его увидел? Там вот. Там же картина. Ну, как бы, так, если сбоку картины посмотреть, там видно то, что дырочка. Да? Да. Ты что, дальше? Ты что, дурак? Ты что, дурак? Так, хорошо. Я где-то куда-то забрался, сам не понимаю, куда. Вот и выходи оттуда, ты выходи. Хорошо, хорошо. Выходи, да? Эдисон, ты находишься в баре... Спряталась тут! Ты находишься в баре, который называется 1703. Ты можешь туда зайти, конечно, но мне кажется, он сейчас не работает. А почему? Мне кажется, он сейчас не работает. А что он такой маленький? Такой маленький. Как будто бы да, он такой прям маленький. Ну, еще меньше. Еще меньше, да. И что, тут ничего нету? Да, ну, значит, я не сюда. Давай. Может, мне искусственный интеллект проверить? Давай. Так! Боюсь, что искусственный интеллект тебе не поможет, Эдисон. Как бы понимаешь? Как бы тебе сказать? Хорошо, хорошо, да. Там есть не только бар 1703. Ага, а что там еще есть? Ну, там всякие зомби еще бегают, там всякие камушки стоят и прочее. Камушки? А, не, ничего не стоит. В смысле камушки? Какие камушки, я не знаю, о чем ты вообще говоришь. Какие камушки у меня какие-то там стоят. Я правильно вообще иду? Мне сюда надо идти, не? Я не знаю, тебя не вижу. Так, хорошо, я уже за карту куда-то вылез, поэтому я вернусь. Чё это за карту? За карту вылез. Какие камушки, ты мне можешь сказать? Да не знаю, сам какие-то камушки себе придумал. Камушки, скажи, какие камушки? Да не знаю, какие камушки, я тебе сказал. Вторая фраза не важна. Самая главная первая фраза. Какая? Что я говорил? Вспомни. Я не помню, еще раз. Нет! В смысле, ты же дурак, что тут делаешь? Я забегаю, просто стоит, ты же дурак, Шек. Это что было, ты мне можешь объяснить? Как ты вообще подумал, тут? Я просто подумал, понимаешь, видишь, там типа такие закрытые, да, проходы, то есть там черные блоки стоят. Я думал, ты подумаешь, ну ладно, здесь закрыто. А я уже там был, кстати, я тут был один раз. Когда? Ну тут никого, вот я тут был, тут никого не было, и все, я вышел. А каким макаром ты сюда попал? Через невидимые блоки! Да, то есть ты тут был уже? Да, я там был. А ты там был изначально? Там просто такая фишка случилась. Я думаю, чё я тебя не вижу? А я просто камеры смотрю. Ты придурок, конечно. Ну хорошо, я тебя нашел. Ну ладно, молодец, молодец. Ты даже быстрее меня нашел, чем на самом деле. Ну короче, давай, всё, пойдём. А мне сейчас это, мне сейчас обратно все надо поменять, то я запутаю уже. Пошли, короче, пошли. Ой, а мне... Ой. Эдисон, я как-то бегу. Бежишь? Ну давай, ты рассказывай, как у тебя бегает. Я вот смотри, нажимаю на shift и иду вперед. Нажимаю назад, а то я прыгаю вперед, а то я приседаю. Так, подожди, я как бишь странную у тебя там технологии, да? Да, я на свою карту случайно прибежал. Ты дурак, конечно. Я тебя как бы жду, тут жду. Я бегу. Ага. Я бегу. Давай. Я просто пошел, понимаешь? Нет, ты давай броньку сними, ты чё броньку одел? А мы без броньки были всегда? Да, всегда без броньки. Пардон. Читер.
Так, да. подожди. А, то есть ты меня видел, понятно. Да. Понятно. В общем, Жека, дай я тебе расскажу краткую историю моей карты, да? Ну, в общем, давай. Я хотел построить Питер. Ну, типа, много воды, много дождя. Ну, что-то пошло не так, и получилась какая-то... срань! Вот. Конец истории моей карты. Вот, конец истории. Изначально это хотел быть Питер, но что-то не получилось. Вот. Поэтому... рыбы какие-то плавают в Питере. А ужас-то какое творится! Так, ну в одних блоках тебя точно не может быть, потому что ты бы там как бы не смог туда залезть в один блок. В смысле не смог залезть в один блок? Ну тут типа нагрудник лежит в одном блоке, так нельзя делать. Типа может только если два блока. Нет, как раз таки так можно делать. Да нет, нельзя так делать. Ты дурак, давай мы, давай я тебе после этой серии покажу, то что ты становишься вот туда, в этот блок, ложишься и как бы ты в одном блоке можешь лежать. Да, я понимаю, для тебя ты лежишь, а для меня ты бы стоял, я такое тоже проверял. Подожди. Ты дурак, я тебе правду скажу. Рыбы ещё плавают, вот рыба меня очень напрягает. Да? Рыбы напрягают меня. Вы так, вообще напряжены. Это пираньи, Жека, убегай! Убегай от чёртовой матери! Нет, это вообще эти, это Дори из поисков Немо. Хорошо, хорошо. Мне кажется, ну это мне явно не нравится, она какая-то падла. Да. Я говорю, что... пиранья, она тебя прям убила. Она падла. Да, я согласен, она прям подлюка такая, подлюка. Курица, ты уже был когда-то. Относительно недавно, поэтому... Это ты курица? Может, ты паук? Пауком ты вроде не был. Да? И сюда, падла. Нет! Два раза на шифт! Побежал! Убегай! Так, в общем... Не, подожди, а ты... А хотя я ничего не буду говорить. У меня тут просто странные такие построечки есть. Вот там я вижу, да, есть. Да, я вот в обсидиан залез. Не, на другой стороне, На какой другой стороне? Ну там, где у меня вода, там, где у меня деревья. А, да не, мне тут нравится. Нет, ты тоже туда должен пойти. Мне просто рассказывали, то, что кто туда не пойдет, тому кирдык. Поэтому просто ради галочки ты должен пойти. Хорошо. Так, ну в обсидиане я что-то там посмотрел, мне внизу вообще никого не было. Нужно будет потом наверх туда залезть. Ну окей, водичка, значит, не было? Хорошо. Если не было, ну это, конечно, очень хорошо, потому что да, там никого нету, я согласен. А, понятно. Не, ну подожди, давай так из той логики исходить. Когда я шел на карту, и когда еще даже не зашел, ты меня уже видел. Да? Не, я тебя не видел. Включи, кстати, ник, а то я тебя не вижу. О, да. Ник да, включи. Ага, то есть у меня еще и никнейм выключен. То есть ты видел именно меня, даже не никнейм. У меня были сомнения, теперь у меня их нет вообще. То ессть ты где-то явно не под землей, вот так сказать. Да, твою мать! Да? В смысле? Да. А почему? Блин, Эдисон, ты тут такой... Мне тут так сложно забираться, честно говоря. Да? Я сейчас гопнусь куда-нибудь. Я вообще пользуюсь клавишей, только shift, которая мне вперед. Я не вижу. Где ты, Евгений? Так, я тут прыгаю. А как залезть на вторую? А, нужно по второй водичке лезть? Наверное, да. А нет, тебе туда не надо. Оставь это дело. Да, там... ты сам сказал, кто-то не пойдет, тот да дурак. Не, там никого нету, да никого там нету. Можешь уходить, Жека. Ну, если ты сказал, кто-то не пойдет, тот дурак, поэтому я пойду. А, кто не пойдет, тот дурак. Я же не дурак. Кто меня найдет, тот дурак. Давай вот так будем. А, вот, вообще нормально. Все, сваливай с моей карты, больше меня не будешь искать. Все. Потому что если ты меня найдешь, ты дурак. Хорошо, я понял. Ты подумай о своем будущем. Так, подожди. Так. Да. Я тебя прекрасно понимаю. Я вижу Эдисона на мосту. Теперь я не могу понять, как туда забраться. Эдисон ты на не мосту. По люкам нужно забираться! Эдисон на мосту ты видишь? Да. Эдисон-то вообще спрятался прям так на мосту. Не, ну вряд ли, конечно, это ты, но я чисто ради галочки. Нет. Ёп! Ёп! Это капец как су... Я застрял в люке! Ну если ты не можешь залезть, значит нельзя. Почему я застреваю в этом люке? Откуда я знаю, почему ты застреваешь в этом люке? Я говорю, если ты туда залез, если ты туда не можешь залезть, значит нельзя. Подожди. Ай! Да... Я не понимаю, ты, какая ты дурак, клавиша конечно, назад! Ты дурак! А, какая у меня клавиша назад, я забыл. Я не знаю, Евгений. Да, я понимаю, это сложно. Но Эдисон на мосту тебя ждет. Ты за теми люками погаными. Ну, а может, если люки не работают, значит тебе не надо на мост? Нет, они работают. А, они работают? Я просто отбираю. А я тебя отвлекаю. Да. Не, ну это понятно, в принципе, да, то, что я тебя отвлекаю. Да твою мать, это пипец просто, я не могу залезть на эти странные люки. Я сейчас бомбану! Я сейчас их сломаю. Да в смысле... А, нельзя сломать. Да как? Я не понимаю.
Да нельзя. А, то есть и его там уже нету. Зашибись. В смысле нет? Я залезал, и он смылся оттуда. Эдисон смылся? Прикольно. Это как вообще? Я понял, то есть я тебя нашел и ты смылся, понятно. Вот вообще Эдисон говнюк на самом деле, вот ты его нашел, да? А он как бы смылся, вот подонок! Я так, как бы, блин, это было предсказуемо. Подонок! Вообще просто, я сам, вот сам в шоке просто. Не, ну ты понимаешь, как бы, я он, тоже в шоке, он там сидел, да? Эдисон, он пропал, да, и вот он именно. Смылся. Да я вообще не представляю. Не, ну... Так нельзя, от меня убегать нельзя, потому не, что... Не, ну, меня... ну давай рассуждать логически, да? Давай рассуждать логически. У меня с управлением все очень хреново, я не догоню. Не, ну ты давай рассуждаем логически, да? Эдисон сидел на мосту, если это был Эдисон, конечно. Кто его знает, может это даже не Эдисон был, да? Это был Эдисон. Да. С чего ты взял? Потому что ты так шевелил головой, как не шевелит. Я шевелил? Вот а как ты видел то, что там был Эдисон? Эдисон что, стоял? Да, Эдисон. Ай-яй-яй-яй-яй, опять лагучий сраный этот Майнкрафт, который заставил Эдисона стоять. Да, подожди, хоть Эдисон не пудри. Да, был Эдисон, его сейчас там нет, где ты? Ай-яй-яй-яй-яй, я тоже не знаю. Я не могу залезть на те люки, это просто пипец. Не, ну да я тебе дам подсказочку. С той стороны, где ты залазил, там нельзя залезть, надо было с другой стороны залазить. А тут тоже нереально. Нет, там реально, я все пробовал, там все реально. Вот тут люки только наверх, а. И как мне нужно? С распрыжки? Нет, там просто даже можно бежать и просто прыгнуть. Ну как бы там все изи. Я вот нажимаю shift. Там, не, ну там на вот, самом я деле... я застрял, я не могу. Все, я застрял. Да я пробовал, все работает. Понимаешь, в чем прикол? Нет, ну, Эдисон, конечно, подонок, я согласен. Но не настолько же. Не, Эдисон, я сейчас напомню тебе серьезно говорю, может как-то сейчас забагало, но что я уже да? Третий раз пробую, я понимаю, что это должно быть возможно. Ты понимаешь, я прыгаю на люк, да. И у меня типа колбасить начинает. Хорошо, колбасит, потому что тебе колбасит, конечно, рад, но... Вот видишь, у меня колбасит, я ничего не могу сделать. Я рад за тебя, что тебя колбасит. А чё ты так... Я не могу, я застрял. А чё... Да хорошо! А чё ты так проявляешь внимание вот этим люкам, если Эдисон уже оттуда убежал? Чё ты прям на них... Да потому что так нечестно, нельзя от меня убегать, если у меня с этим, с управлением говно. Я тебя не смогу догнать. Так я же не убежал, я за тобой наблюдаю. Ну так ты наблюдаешь, но ты перебежал. Хорошо, давай так, я тебя сейчас снова замечу, пока я залезу туда, я опять тебя потеряю. Да? Да. Не, это, конечно, нечестно, я согласен, что Эдисон вообще прям... Эдисон прям убежал, и это прям нечестно. Ах, ты ж петуха, ну не... Я согласен. Так, все, я опять тебя потерял, зашибись. В смысле потерял? Великолепно, только что я видел на мосту, стоял, все, тебя опять потерял. Ай-яй-яй-яй-яй, плохо так Эдисон поступал. Ух, я сейчас управление сраное верну обратно. Ой, я сейчас его верну обратно. Ты иди в жопу, еще и... А, ну дай, как я тебя догоню? Догони, если сможешь. Катера! Где ты? Сюда иди! Нельзя так, нельзя так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, Эдисон прям, Эдисон прям. Я сейчас пишусь не туда, я не развернусь больше. Давай! А, нет, так нельзя, Жека! Так нельзя! Нельзя так, Жека, уговорись! Я твой друг! Нельзя меня убивать! Жека! Ты вообще паскудзанка, что ты падла? Я падла, нет, это не я падла, это тот Эдисон, который был на мосту падла, а тот, который сейчас убегает, он как раз очень хороший человек, поэтому не надо его... Ты не пил, какие повороты, я упал в воду! В общем, ребята, мне кажется, на этом уже можно заканчивать серию. Спасибо вам огромное за просмотр. Ставьте как. Да. Ребята, спасибо большое за просмотр. Я его уничтожил. Вот. Я ему поддался. Это было легко. Это было очень просто. Эдисон играет нечестно. В общем, Жека, вот. не бомби, да, ребята. Да, Жеке, да, надо отдохнуть, да, поэтому мы будем заканчивать. Вот. В смысле нечестно? Перебегай, да, иди сюда! Ребят, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!